Так, теперь поехали к магазину «Орфей». Там сказали, что тоже как бы вроде сделали съезд. Эль, тебе сейчас, наверное, не воспользоваться им будет, тут машина стоит. А, нет, можно будет воспользоваться. Вот, видишь, они сделали, тут брали. Они сделали неправильно. Почему? Сюда подойди, я объясню. Моя жена, подойдите поближе. Она еще не будет меня слышать. Слышно? Ширина моей коляски. Я уплюсь дальше и не смогу развернуться. Вот они сказали, что больше мы ничего сделать не можем, потому что грейдер убирает снег и все это свезет, у них все это свезет. Сейчас я подниму. Все, заехала. А вот единственное, а вот дальше как заезжать? Там они ничего не сделали. Ой, неправда. А дальше-то они как хотят? Неправда. Чтобы мы до пандуса-то дошли. Неправда. Тут еще полеплик. А давайте подальше. Так, вот здесь еще одно непреодолимое препятствие у нас, которое мы не сможем заехать. Нет, колеса крутятся, я дальше не еду никак. Угу. Ну, сейчас я попробую дойти до этого Сергея Владимировича. Давайте. Так, поехала я, в общем.